новую книгу в жанре любовный исторический роман. Книга называется «Элеонора». На обложке книжки изображена главная героиня, по-видимому, герцогиня Элеонора. У нее на голове корона, она вся в украшениях и в красивом пышном платье, которое соответствует эпохе. Сбоку узоры, и с другой стороны обложки она же. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри книги пусто, но зато приятная бархатная поверхность. Также есть карманное издание данной книги, объемом поменьше. Желаю вам испытать такое чувство, о котором пишут романы.